Видите ли, инокентий, несмотря на то, что Вселенная имеет четко выраженную структуру с многоуровневой иерархией, такие понятия классической механики, как форма, масса и размер, к ней не применимы, так как Вселенная ни с чем не взаимодействует. Мой разум — это CS нулик. Вместо этого ее описывают как термодинамическую систему, используя такие понятия, как плотность, давление и температура. Именно они определяют облик Вселенной. Самым крупномасштабным процессом Вселенной является ее расширение, природа которого в гравитационном взаимодействии всех объектов Вселенной. Ну вот опять вы, инокентий, за свое, и как с вами жить?